Для неравнодушных общественный транспорт поможет бороться с наркотиками. Эти яркие наклейки – часть акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщать о фактах торговли наркотиками можно по телефонам горячей линии УФСКН и городской администрации. По мнению сотрудников наркоконтроля, эту проблему можно решить только сообща. Привлечь внимание населения нашей области, нашего города, в первую очередь, к тем местам, где осуществляется реализация наркотических средств, это предоставление информации. Граждане все равно активизируются и как-то больше уделяют внимание данной проблематике. Поэтому акция это, в общем-то, считаем, что положительно влияет. За последний месяц на телефоны горячей линии 500 звонков. По каждому провели проверку. По информации наркополицейских, подтверждается лишь 40% сообщений о продаже наркотиков. Чаще попадаются на торговле дезоморфином и героином. С приемом именно этих веществ связано большое количество смертей. К антинаркотической работе привлекают волонтеров. Волонтер – это, так сказать, это как крик души. То есть этим занимаются только люди, которым не то, что просто нечего делать, а те, которые хотят помогать людям. Единственное, что может защитить молодежь и вообще население от наркотиков – это прежде всего самосознание. Более 2000 таких наклеек появится на всех видах общественного транспорта – автобусы, троллейбусы и трамваи. Позже к данной акции привлекут и маршрутки. По словам представителей администрации, бдительные граждане уже не раз помогли остановить наркоторговцев. Были возбуждены уголовные дела реальные, были задержания наркодилеров, были, значит, вскрыты наркопритоны. То есть работа эта проводится и достаточно активно. Телефоны горячей линии по борьбе с наркотиками могут появиться и в ночных клубах Самары. Павел Баймаков, Мурат Гасанов, ГИС «События».